Программа «День с толком», в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Воды нет или появляется на пару часов в сутки. Почему жителям Рубцовского района приходится дежурить у крана? Бороться с онкологией на клеточном уровне и сделать ДНК более качественным. Вызовы современной науки обсудили в классическом вузе. Под угрозой жизни шестерых в Барнауле отчаянно ищут новых хозяев для щенков, оставшихся на улице. Жесткое ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в Барнауле. К счастью, обошлось без жертв. Столкновение двухколесного и четырехколесного транспорта случилось сегодня утром на пересечении проспекта Калинина и улицы Ткацкой. По словам свидетелей, мотоцикл «Ямаха» влетел в автомобиль. По сообщению госавтоинспекции Барнаула, 22-летний мотоциклист получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи номер 1. Водителя и пассажира авто также доставили в медучреждение для оказания медицинской помощи. Жители поселка Назаровка в Рубцовском районе жалуются на отсутствие воды. Периодически вода появляется в кранах, но происходит это всего на пару часов в любой момент суток. Время без 20:11. Воды уже нет. Все. Воду дают по какому-то непонятному графику. 2-4 часа в сутки. Потом ее снова отключают. Может быть, утром 2 часа, вечером 2 часа. Может только утром быть. Житель жалуется, что воды может не быть и по двое суток. Причем подвоза воды нет. Для того, чтобы хоть как-то жить, люди активно запасаются водой, набирая ее в разные емкости. Однако, по их словам, сделать это удается не всегда. Остроты ситуации добавляет то, что совсем недавно в поселке установили новую водонапорную башню. И, казалось бы, проблемы с водой должны были исчезнуть. После обращения в прокуратуру поставили новую водонапорную башню. И эта водонапорная башня стоит не подключенной к сети. Обещают со дня на день, хотя с июля она стоит и ничего не происходит вообще. В настоящее время водонапорная башня подключена и функционирует. На территории Назаровки отсутствуют артезианские источники воды, поэтому источником водоснабжения для поселка является водозаборная скважина, которая находится на расстоянии 15 километров от поселка Назаровка. Сначала вода из водозаборного узла скважины поступает в резервуары чистой воды, которые рассчитаны на 3 населенных пункта, после чего перекачивается в водонапорную башню, от которой уже обеспечивается водоснабжение поселка Назаровка. Поэтому частичное отсутствие водоснабжения в поселке могло возникнуть в период заполнения водонапорной башни необходимым объемом воды. Восстановление ДНК, окисление почвы в Алтайском крае и финансовая сторона науки – такие вопросы поднимают на 4-м международном форуме «Биоазия Алтай», который проходит в классическом университете. Подробнее о самых интересных проектах и бюджетных вопросах расскажет Данил Кузнецов. В классическом университете проходит 4-й международный биотехнологический форум «Биоазия Алтай». В Барнаул съехалось свыше 250 участников из 60 городов. Темы разнообразные, но особенно выделяется доклад о попытках ученых изменить репарацию или восстановление ДНК во время онкологии. То есть сделать так, чтобы ДНК не множило зараженные участки, а было более качественным. Когда человек заболевает, и в этом случае механизмы репарации играют напротив вредную роль, потому что в этом случае они препятствуют действию химиотерапии, радиотерапии, которая направлена на введение разрушения именно в структуру ДНК. Укрепление здоровья и улучшение показателей аграрного сектора – одни из главных направлений в работе алтайских ученых, подтверждает это работа магистрантов и профессоров АГУ. Мы уже порядка 2 лет реализуем проект по развитию ферментной линейки отечественных препаратов. Также у нас и по заказу индустриальных партнеров реализуется проект в области клонального микроразмножения. Речь идет о размножении саженцев хмеля для пивоваренной отрасли. Поскольку Алтайский край – житница Сибири, не обошлось на конференции без доклада касательно земель, конкретно их окисления. Из-за этого процесса почва теряет плодородие. Исследования говорят о том, что в предгорной части деградация культурного слоя минимальна, а если говорить про регион в целом, то картина чуть серьезнее.
Процент пашни, который подвержен кислотности, вырос за 60 лет где-то порядка на 8%. Сейчас он порядка 29,6% от всей пашни. Развивается наука в крае не только за счет энтузиазма ученых. Правительство ежегодно помогает с грантами и финансовой стороной вопроса. За 6 лет на 52 миллиона рублей были поддержаны разработки наших алтайских ученых. Из них на 32 миллиона – это средства правительства Алтайского края, краевого бюджета. И одна треть почти – это средства наших промышленных предприятий, которые заинтересованы в разработке современной биотехнологической продукции. Сейчас основной тренд по всей России касается практических, а не теоретических исследований. Кстати, в целом траты государства на науку в 2023 году увеличились по сравнению с 2022 годом, но незначительно. Правда, по плану бюджета скоро они вновь должны снизиться, притом существенно. Анастасия Драган, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Недобросовестных предпринимателей лишат владений. В Республике Алтай анонсировали масштабную проверку земельных участков. Инспекторы Росреестра, Россельхознадзора и других ответственных структур собираются проверить туристические объекты и объекты производства и сравнить с данными, которые указаны в документах. Существенная часть из них размещаются незаконно на землях сельхозназначения. О том, что ждет собственников таких участков, в нашем следующем сюжете. 3 месяца на легализацию, а иначе снос. На заседании рабочей группы по вопросам деятельности в сфере управления земельными ресурсами Республики Алтай приняли категоричное решение. В настоящее время земельный вопрос в регионе стоит особенно остро. Дефицит земельных участков и спекулятивно высокие цены. Я вам скажу, что дело с нарушением. Значит, дайте им последнюю возможность легализоваться, вот, объявить так называемую земельную амнистию, определить конкретный срок, в течение которого объекты, которые были построены, встают на налоговый учет, начинают платить, соответственно, все налоги в белую, включая и официальное оформление трудовых отношений с теми людьми, которые на этих объектах размещения трудятся и получают сейчас зарплату в конверте. Исключить серые схемы, вернуть земли, которые не используются или используются не по назначению, чтобы передать их инвесторам, которые готовы развивать сельское хозяйство, производство или туризм в регионе на законных основаниях. Снятие моратория на проверки инициативу региона поддержало федеральное правительство. В рамках проработки обращения председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина Минэконом развития Республики Алтай совместно с Росреестром определила 6774 земельных участка сельскохозяйственного назначения, надлежащих проверке. Общая площадь составляет 27 тысяч гектар, а территориальное расположение вдоль реки Катунь, Чимал, Маминском, Чимальском и Шербалинском муниципальных районах. Проверить каждую заключенную за последнее время сделку главам районных администраций поручено провести полную инвентаризацию земельного фонда. Рейды по угодьям, воздушный мониторинг, свою проверку проведут инспекторы Росреестра, Россельхознадзора, ФНС и других структурных ведомств. Отдельно проверят участки сельхозназначения, которые используются под туробъекты, в том числе вдоль реки Катунь. На данный момент определены более 6500 участков, подлежащих проверке. Будет проведена детальная работа, мы проанализируем рекламные размещения, а также определим тех, кто лишь имитирует ведение сельхозхозяйства. По каждому случаю нарушители пройдут проверки до конца текущего года. Результатом работы должно стать пополнение земельного фонда республики для дальнейшего предоставления земли участникам СВО и другим льготникам, подведение личных пособных хозяйств и выпасы под развитие крестьянских фермерских хозяйств. Олеся Бедарева, Кристина Чернова, Сергей Бертман. Будни. В Барнаульской школе номер 118 открыли аллею памяти солдат СВО. Мемориальный объект создали для того, чтобы увековечить память о выпускниках, погибших на специальной военной операции. В торжественной церемонии принимали участие школьники, учителя, родные и близкие, представители власти, общественных и ветеранских организаций, а также волонтеры, жители микрорайона. В пригороде Артемовска Александр получил огнестрельное ранение в сердце. Успел добраться до блиндажа, но рана оказалась смертельной.
Награжденные орденами мужества посмертно. Александр Питанов, Иван Масликов, Алексей Косихин. Все выпускники разных лет Барнаульской школы номер 118. На ее территории открыли аллею памяти военнослужащих, погибших на СВО. Герои живы вот до тех пор, пока их помнят. А их в школе 118 и у нас в городе Барнауле будут помнить всегда. В торжественной церемонии приняли участие школьники, учителя, родные и близкие погибших, представители Общественной палаты Алтайского края, комитеты по образованию города Барнаула, Барнаульской городской думы, администрации индустриального района и руководители общественных и ветеранских организаций. Эта аллея в том числе и для учащихся школы, чтобы учащиеся видели нашу ответственность взрослых, чтобы видели нашу солидарность, нашу сплоченность, наше единство. И мы для них являемся примером. Память павших почтили минутой молчания. Идея создания мемориала на территории Новоселикатного микрорайона исходила от самих жителей и выпускников школы 118. Кроме того, к сбору средств на объект подключились предприниматели, общественные и коммерческие организации. Это надо не мертвым, это надо живым. И очень важно, что на мероприятии присутствует очень много школьников. И в участии открытия принимали как раз очень много детей. Потому что именно через такие мероприятия передается та значимость и та важность всего, что делают наши ребята сегодня за ленточкой. И вот эта сопричастность, она в наше время, она крайне важна. За вас, кто ушел страну защищать, за вас, кого больше не встретит мать. Юлия Щепина, «День с толком». Жизнь шести хвостиков под угрозой. В Барнауле на протяжении месяца пытались пристроить очаровательных щенков, от которых отказалась мама. Но все же малыши никого не заинтересовали, и теперь они рискуют остаться совсем одни на холоде. Мы решили дать им еще один шанс. Первые снежинки падают на мордочку маленького щенка. Впереди холодная зима, мамы рядом нет. Человек уже тоже ничем не поможет. Совсем скоро этот малыш и его братья, сестры узнают, что за пределами самодельного вольера есть суровая и голодная жизнь. Дети. Виктор работает здесь охранником. Больше месяца назад он начал приглядывать за этими малышами, от которых отказалась мама. Один щенок погиб. Несколько хвостов бегают на свободе. А эти ютятся в вольере в ожидании своих хозяев. Каждому чуть больше 2 месяцев. Выживут ли малыши – большой вопрос. Но в семье Виктора и так уже есть и кошки, и собаки. Пространство вот такое замкнутое не получается. И тем более, что здесь предприятие. Руководство уже тоже ругается, что собак нужно убирать. Каждый день смотришь на это и думаешь, как они будут дальше жить. Эта история, считают волонтеры, в очередной раз ярко показывает, насколько бесполезной и растратной для бюджета будет убийство бездомных животных. А Алтайский край идет к этому. Новые щенки не сыплются с небес. Их плодят люди, безответственные хозяева. Рядом находится частный сектор, с которого постоянно приходят собаки, либо подбрасывают щенков. То есть вот эта вот история самовыгула, которая нам бесконечно не дает покоя, и, соответственно, нам бесконечный приплод щенков. Мы, конечно, боремся за то, чтобы все-таки была история про культуру от людей, чтобы была массовая стерилизация, чтобы люди все-таки задумывались о том, что мы в ответе за тех, кого мы приручили. Социализированные, ручные, не избалованные, и каждый хочет себе понравиться. Теперь эти малыши рискуют погибнуть, если не найдут новый дом. У меня язык не поворачивается назвать их дворняшками, потому что они просто каждая собака удивительная, ласковая, красивая, со своим характером, но они безумно добродушные. У каждого из них еще есть шанс попасть в добрые руки и не пойти по миру. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле открылась выставка известного фотографа Евгения Борисова. Мужчина, который посетил уже около 70 стран, уверен, что одно из красивейших мест в мире находится совсем рядом, и для этого никуда ехать не надо. В этом смогут убедиться посетители выставки. Что именно попало в объектив фотографа на этот раз, расскажут мои коллеги.
Отдаленные районы Горного Алтая. Ангудайский, Улаганский и не только. Теперь эти кадры украшают стены алтайского филиала президентской академии в Барнауле. Евгений Борисов собрал на этой выставке фотографии Горного за последние несколько лет. Фотограф неоднократно становился победителем международных выставок. Евгений активно путешествует. Фотограф посетил уже около 70 стран и может уверенно сказать, что Горный Алтай – одно из самых красивых мест в мире. На самом деле Чуйский тракт, на мой взгляд, входит, наверное, в топ-3, наверное, лучших дорог мира. И это подтверждают мои коллеги-фотографы, не только приехавшие из России, но и из зарубежья. Для них Алтай так открылся, что они в свои топ-3 поставили эти места как лучшие места в мире. А это еще одно арт-пространство в Академии, которое теперь тоже украшают снимки Евгения Борисова. Только здесь уже животные из разных стран Африки – Ботсвана, Намибия, Танзания и не только. Кстати, по словам автора выставки, порой фотограф делает тысячи кадров в поездке и может остаться довольным 2-3 снимками. Кстати, к командировкам Евгений тщательно готовится. Все-таки работа в дикой природе. Ни один кадр не стоит жизни. И каждый фотограф, особенно дикой природы, всегда готовится к своим поездкам. Он знает повадки животных и знает, где его найти. В ближайшее время Евгений Борисов планирует поехать в Индонезию, Борнео, поснимать орангутангов и в Пакистан, чтобы запечатлеть снежных барсов. Николай Потешкин, Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.